Животные будут выпущены в дикую природу на территории восточного отдела Кавказского заповедника в районе поселка Псибай. Леопардов, готовящихся к выпуску, зовут Виктория и Ахун. Кого выпустят еще, пока неизвестно. Возможно, это будет самец Симбад, который прибыл из Франции летом, но все зависит от того, как он пройдет подготовку. Ранее планировалось выпустить молодых леопардов в этом году, но эксперты, в том числе зарубежные, пришли к выводу, что это пока слишком рискованно для зверей. Животные, которых выпустят на природу, будут снабжены GPS-ошейниками, чтобы специалисты могли вести постоянный мониторинг за ними. В случае, если будет какой-то конфликт, кошка будет изыматься из природы обратно в центр разведения.